сорт острого перца Seven Pot Rainy. Этот сорт был назван в честь парня по имени Рейни, который открыл этот сорт. Кустик этого сорта высотой от 60 до 80 сантиметров. Срок созревания у него 100 дней. Это сверхострый сорт перца. Вот он чем-то похож на Тринидад Моргу Скорпиона. Такие вот перчики в него. Таким же носиком. Острота этого перца от 850 тысяч скобелей до 1 200 000. Это очень-очень острый сорт. Этот сорт родом из Тринидада. Такие вот интересные у него стрючки. Сейчас я вам покажу их. Вот смотрите, какая красота. У них такая пупырчатая плоть, сморщенная, чем-то похоже, наверное, на скорпиона. Очень интересный сорт, очень высокоострый. Созревают они вот от такого зеленого цвета и до ярко-красного цвета. С них получаются суперострые соусы. Это очень интересный сорт, очень красивый и необычный. Вот такие вот красавцы. Это сорт многолетнее растение. Его можно выращивать как в открытом грунте, так в теплице. Можно выращивать на подоконнике. Высота кустика, я уже говорил, 60-80 сантиметров. Это если в теплице. В квартире он будет где-то в пределах 60 сантиметров. Так что можно свободно выращивать его в комнатных условиях. Высевать его на рассаду следует где-то с 5 по 10 января. Хоть срок у него 100 дней всего вегетационный, но начинает созревать только в конце сентября. В конец сентября сейчас. Вот первые плоды уже созрели. А так он завязывается раньше, конечно. Лучше высадить его пораньше. Очень интересный и очень острый сорт. Так что вы можете выращивать у себя его как на подоконнике, так в теплицах, в открытом грунте. Ну, если, конечно, у вас в сентябре еще тепло. У нас сейчас 26 сентября. Как бы последние дни. Ветер дует какой страшный. Все летает вокруг. Вот уже созревает. Еще недельку и полностью все плоды созреют. Так что выращивайте такой сорт у себя дома. И удачи вам. Больших урожаев. Всем пока.